Ульяновских хранителей фолиантов наградил Алексей Русских. За активную деятельность, интересные проекты глава региона вручил премии в области библиотечного дела. И опытные профессионалы, и молодые несут культуры в массы. В библиотеках сейчас точно не тихо, но оживленно. Состоялся и конкурс «Библиотекарь года». В нем участвовали 16 номинантов. Кристина Медведникова победила среди начинающих. Например, мы снимали имиджевый видеоролик о современных библиотеках и победили с ним. Мы активно развиваем наши социальные сети, чтобы библиотеки были узнаваемы не только в городском пространстве, но и в интернет-пространстве. Активно организуем мероприятия, взаимодействуем с интересными личностями. А лауреатом региональной премии стала Ольга Клопкова, главный специалист библиотеки имени Аксакова. Алексей Русских поздравил с наступающим праздником всех присутствующих. 27 мая отмечается День библиотек. Ваша работа позволяет тысячам людей получать доступ к информации, помогает им развиваться и расти, заниматься самообразованием, совершенствоваться. Библиотеки всегда были и остаются одними из ключевых учреждений, которые качественным образом меняют человеческие жизни. По нацпроекту «Культура» библиотеки в Ульяновской области ремонтируют и технически оснащают. Обновленные учреждения с уютными помещениями и пополненным фондом называют модельными. Сегодня уже 13 модельных библиотек нового времени работают. В 2023 году будут работать еще 3 библиотеки в рамках федерального стандарта. В этот же день получили награды не только участники конкурса. Губернатор вручил благодарственные письма еще 20 работникам сферы. Виктория Чиркова, Анатолий Рассохин. Управда ТВ.